Николай Иванов, бригадир комсомольской молодежной бригады токарей на Астраханской судоверфи имени Кирова. В дни работы 27-го съезда партии стал коммунистом. Работал прежде Николай наладчиком станков с ЧПУ. Получал приличную зарплату. Отвечал только сам за себя, за свой труд. Но видел хозяйским глазом, чтобы максимально загрузить оборудование, нужна бригада. Предложил ее создать. Сам подбирал людей. Сразу решили не зависеть от смежников. Поставили рядом с автоматическими простые станки для заготовок. Так исключили простое. Программа работы уточняется бригадиром. Он в ответе за четкий, единый производственный ритм участка. За организационными хлопотами успевает Николай выполнять и свою рабочую норму. У него 4 станка, больше всех в бригаде. Находит бригадир время и для практикантов из подшефного ФТУ. Передача опыта, уроки мастерства, но воспитывает и учит само общение с таким человеком, его пример, его отношение к делу.